Меня зовут Саша, мне 28 лет, я из Воронежа и недавно развелась после 11 лет отношений. После развода у меня был сложный период, я проводила переоценку всей пройденной жизни и поняла, что всю свою жизнь я жила неправильно, следуя чьим-то указаниям и тому, чего от меня хотели. В итоге сейчас, ну и жизнь моя складывалась, соответственно, не так, все было как-то неправильно. И сейчас я себя ощущаю как такая, внутри бурлят страсти, такая рок-ведьма, заточенная в чужом теле, которая не может открыться миру на все 100%, как я того бы хотела. Именно осознание того, что мне нужно привести в гармонию свой внутренний мир и внешнее его выражение, и привело меня на такой кастинг, что для меня впервые. Просто хочу найти гармонию в этой жизни и решила начать внешнего вида.